Привет, зрители! Здравствуйте! Обзор дешевой еды. Ну, в основном я только дешевую еду и покупаю. Сейчас я какое-то время забрасывал. Ну, то есть занят был делами невеселыми. И дальше продолжаю эту серию роликов. Что можно найти интересного по выгодной цене. Такие вот мандарины 40 рублей. Ну, вообще мандарины сейчас стоят рублей 80-100. Они вполне нормальные. Я не буду даже их открывать. Марокканские апельсины. Ну почему они дешевле? Потому что они подсохли уже. Повалялись уже. Так, но не изгнили совсем, поэтому есть можно. Вот такой вот гранат, сорт я не знаю, но отличается тем от круглого, что он с такой вот с плоскими боками, видите, никогда такой вообще не. Не покупал, не ел квадратный гранат. Не знаю даже как на вкус, пока не пробовал. Так. Надеюсь, что хороший. А может быть, ничем и не отличается от стандартного граната. Стоит 99 рублей цена. Забыл я сказать. Ну, ладно, сейчас мы его попозже потестируем. Перец сладкий. Ну, я несколько раз уже показывал, потому что он немного мятый. 45 рублей. В магазинах он 130 рублей. Ну, это я считаю отлично. Так. Огурец 60 рублей килограмм. Ну, почему он дешевле? Потому что он, видите, немного полежал. Ну, вообще, огурцы сейчас 120 рублей. То есть, цена... Отлично, я бы сказал. Так, я записываю. Неохота все это перезаписывать по 100 раз. Так, значит, все я показал. Следующий. Вот такой вот редкий продукт. Нектарины, персики. Лысый персик. 99 рублей. По вкусу, по-моему, нормальный, сладкий. Вообще, им цена, по-моему, рублей 200 сейчас. Так, фокус есть. Размазню. Может быть, показываю. Ну, это, ну, хорошо, я считаю. Хорошо. Просто так для интереса купил, конечно. Редкое такое для зимы, можно сказать, еда. Вот такие помидоры сливовидные. Они, по-моему, стоят 150-120. Этот 60 рублей. Просто отлично. Я бы сказал, пятерочка. За такую цену помидорки отличные, ну и цена отличная. Так, ну и в общем-то все я показал. Сейчас тогда, чтобы не чисто болтовня была, сейчас тогда давайте я открою гранат, посмотрим, что внутри. Только надо ножик.
Так, чудо-гранат. Конечно, он уже помятый какой-то. Не стоит, конечно, он 200 рублей, 150 не стоит. Да и стол, наверное, не стоит. Что-то он какой-то уже сильно мятый. Ну, просто интересно было посмотреть квадратный гранат. Как его вскрыть-то? Что-то нормальный гранат такой спелый красный, что-то особенного такого я в нем не вижу. Вроде неплохой, ну так рублей на 100 может тянет. Непонятно, почему его за 200 продают. Ну, может, какие-то тайны тут, там уж узнаем, где мне кто-то расскажет про чудесный квадратный гранат. Всем спасибо, зрителям до свидания. Государству не верьте, российскому другим тоже. Ничего они чем мне вам не помогут, ни пенсии, ни спасения от болезни, от них не дождешься. Надо срочно ликвидировать государство, и тогда будем есть квадратные гранаты. Пока. Всем до свидания.